Сейчас мы предоставим слово матери известного бойца ММА Куата Наймана Хамитова. Куат, как и многие тысячи казахов, участвовал в мирных протестах в Алматы. Мы призываем все международное сообщество, а также коллег Куата по цеху, обратить внимание на беспредел, творимый властями Казахстана. Я мама Хамитова Куата. Сегодня 1:15 во время обеденного намаза я читала намаз. И в это время зашли 10 человек ОМОНа, 2 гражданских людей. И мой сын сидел на этом диване, где сижу я. Повязали ему руки, положили на пол и начали его избивать. Муж выскочил из другой комнаты, и сказал, почему вы его бьете, вы его можете так увезти. Они сказали, что он зачинщик, не разбираясь ни в чем, увезли моего сына. У меня еще в доме находился младший сын и старшая сноха, брата жена. Она вышла с туалета, ее повернули в угол этого туалета автоматами и запретили ей вообще смотреть куда-либо. И так они забрали моего сына. Мы сами ничего не поняли. Без всего, без всяких объяснений. Сказали, что он только зачинщик и все. Хотя он эти дни все был дома. Мен Хамитов Куат мамасын. Бүгін сағат бірде, 1:15 минут кеткенде, мен намазға кіріп кеткенде, 10 шақты адам топырлап үйге кіріп, осы жерде отырған, мен орында отырған Қуатты, қол аяғын байлап, 10 ОМОН қол аяғын байлап, тепкілеп, үйден алып кетті. Папасы жүгіріп шықты, менің жеңгем болған үйде. Жеңгем туалеттен шыққан кезде оқсыны, тез қаратып автоматпен ұшқа тұрғызып қойды. Жолдасым, неге ұрасыңдар сіздер, ана баланы, сіздерге сопротивление жасап жатқан жоқ қой, неге алып кетпейсіңдер деп айғалеп еді жолдасымды. Автоматпен тіпірткізбей қойды. Өзімізді түсінбей қалдық. Сөйтіп 10 адам кеп, беттерінде маска, Қуатты қол аяғын байлап алып кетті.